Привет всем! Знаете, как я поборол свою депрессию? Смотрите, как это делается. Поднимаешь руку вверх, левую, и просто говоришь: «Да пошло оно все нахуй!» Ха-ха! Спасибо, Эйзи, за подарок, который ты мне подарила, краски. Кстати, короче, надо себя покрасить. Сейчас я буду себя красить. Представляете? Красить буду! 41 год, а он будет себя красить. Скажите, да. А чё? Не буду себя красить. Сейчас вообще буду себя красить. Красивый буду. Как новогодник. Знаете, какой новогодний был красивый? О. А, кстати, короче, напишите комменты, что Эльзе спасибо за краски. Чем больше напишут, то будет клёво. Пускай знаю, что я благодаря за краски. А мы сейчас, блин. Прикол, короче, надо тут еще эту поднимать, представляете? Сейчас я ее подниму, и все. И будет очень. Блин, там что-то упало. Тут же эти колбы. Я что-то забыл. Я же вон, представляете, какой он стаканчик. Крышечки. Колбочки. Сейчас я себя покрашу. Просто пишите, как я хорошо себя покрасил. Или нет. Блин. Ой, что-то. Так, я буду сейчас красивый. Прям этот какой, как новогодник. Знаете, какой новогодний был красивый? Вы даже не знаете, как новогодний был красивый. Он весь в токарах был почему-то. Блин. Интересно, блин. Что-то это... Ну, мало, короче, этого у меня. Деление, короче, не зарядил батарейку. Не, ну вообще буду сейчас красивый. Вы там это, комменты пишите, красивый я или нет. Еще красится так или больше не красится? Потому что вот девушки не красятся, чтобы красивые были. Знаете, почему это девушки не напиваются? Потому что мужики все красивые. Но. Поэтому они не напиваются. А вот мужик напьется, ему любая, короче, красавица кажется. А вы пишите, какой возраст смотрит меня. По сколько вам лет. И какие вам ролики больше нравятся. Позитивные, унылые? Нет. Надо больше позитивных. Нафиг унывать. Так, ну одно деление осталось. Ну я надеюсь, себе успею покрасить. И будет все классно. Вообще будет все very good на. Вот так вот я покрашу себя. И буду красивый. А, нет, на. Вон. Так вот. Ладно. Белого-то хватает. Хватит. Сейчас мы надо кисточку тщательно промыть. Вот так. Это. Ну, вы сами знаете, что когда будет другим цветом. Сейчас мы будем нос красить красно. Не же всегда красный нос. Вы же говорите, что алкаш, что я много пью. Все будет. Договорились, сейчас у меня будет нос красный. Или сизый, как его сказать правильно. Блин. Красный будет вообще нос. Вы же говорите, что я алкаш. Ваши это, вы в курсе, что это? Мысли они материальные. Вот все. И теперь алкаша. Красным носом. Дожился я. Еще стал красным носом. Вот так вот. Да, кстати, короче, это. Надо было им под каждую эту класть, короче, свою это. Ну, емкую, то есть кисточку покажет цвет, потому что белый с красным получается какой-то розовый. А еще роза это. Почему у меня нос розовый? Я еще не знаю. Так, ладно. Так, куда я это делал? А никто не видел, куда я делал. Ладно, потом иду, а то батарейка сядет. А, вот тут. Нифига себе. Как говорится, вижу свою книгу, вижу фигу. Так, ладненько. Это фигня. Так, сейчас надо хорошо, тщательно, короче, надо. Вы же учились, да, в школе? Нормально?
Но нос у меня красный, я же алкаш. Уже все говорят, еще и алкаш. Наркоман, да я? Ну, о чем? Что ты говорите, Даша? Пишите, я алкаш или нет? И какие... А, я же у вас спрашивал, какие ролики нравятся. Да, вы говорили, что это, почему у меня не было. Ну, у меня, короче, была депрессия. Я же это, как депрессивный мишка. Я могу себе так накрутить. Лучше так не делайте, короче, как делаю я. Это, короче, вообще... Не, надо, короче, это... Я теперь красивым буду. Буду вообще... самым красивым. Ну, если вам... А, если вам кому-нибудь приснюсь, потом напишите, пожалуйста, что вам приснился. А, вы не напишите, к чему снятся беременные женщины. Никто не знает, к чему снятся беременные женщины. Никто не знает. Вот видите, подкрашиваюсь. Красивый буду. Вот так вот. Ну вот. Пиши. Вот так вот. Сам себе, короче, это. Навожу, короче, это. Грим делаю. Не, ну Эльзе спасибо вообще за грим. Вообще. Вообще все классно. Да. А, кстати, короче, напишите, вам нравились ролики с Эльзой, когда она, короче, снималась. Ну вот. Красивый. А интересно, губы можно красить? Ну как, я красил губы? А, ну да, губы красят. Сейчас я губы накрашу гуталином. Я крашу губы гуталином. Я обожаю черный цвет. За столом. Что-то какие-то невкусные. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится, хочет упасть. Вели пьяный тест. Так. Я узнал недавно всем, кому как странно, хриплым голосом проговорил, с моей бабой встречались-то не от меня. И поэтому всех вас собрал сегодня. И ели мясо мужики, пивом запивали, о чем конюх говорил, они и не знали. На-на-на-на-на-на. Всем, кому как странно, хриплым голосом проговорил, с моей бабой встречались-то не от меня. И поэтому всех вот собрал сегодня. Блять, они какие-то соленые. О, их можешь в это какого добавлять за место соли в тазик, когда это кундалини поднимаешь. О. О, можешь. О, надо ухо покрасить тоже. Чтобы вообще было красивое. Когда ухо красишь, это вообще четко так. Берешь. Короче, ухо красишь. Атакером вообще весь так ракера. Ой, Фокс. Голова вот ушко покрасит и вообще классно. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Хриплым голосом
проговорил, с моей бабою встречали. Ну, еще осталось грим. Ну, Эльзе, спасибо. Вообще, продумано, подарила. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. И повелся до небес, позабытый хлопоты, остановленные. Колывают роботы. А я кетчупу поеду. Скажу слова привет. Я пришел к тебе помыться. На-на-на-на-на-на-на. Это все прекрасно. Сам. Во! О, а если лицо это как у синим покрасить? Вот давайте синим покрасим. Та-та-та-ра-та-рам. Всем кому как странно. Хриплым голосом проговорил, с моей бабой встречались, стой от меня. И поэтому всех вас собрал сегодня. На-н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 а. Красивый. На-на. На-н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 а. Я узнал недавно, всем кому как странно, хриплым голосом проговорил, с моей бабой встречались, то не от меня, и поэтому всех вас собрал сегодня. Эй-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, пивом запивали. О чем коню говорил, они и не знали. Эй, я узнал недавно. Всем, кому как странно, моим голосом проговорил с моей бабой. Так, ладно. Что-то я засел. Своими бабами встречаю. Это не от меня. О, все, всем пока, как раз я успел. Ладненько, подписывайтесь, жмите класс лайк. Пока. Всем пока. Позитив рулит. Пока. Не унывайте, как я. Иногда.